Всем привет! Смотрите, как открыть Butterfly с диска в операционной системе Windows. Как получить доступ к файлам на диске с файловой системы Butterfly из-под Windows. С постоянным развитием технологий множество пользователей сталкиваются с необходимостью обмена данными между различными операционными и файловыми системами. В таком контексте одной из наиболее востребованных задач является доступ к диску с файловой системой BTRFS в операционной системе Windows. BTRFS, благодаря своим передовым возможностям, становится популярным выбором для хранения данных на Linux и других подобных платформах. В Windows стандартно нет поддержки для чтения или записи данных на дисках с файловой системой BTRFS, однако существует ряд специализированных программ, которые позволяют пользователям получить доступ к данным BTRFS в этой операционной системе. В данном видео мы рассмотрим топ-программ для чтения BTRFS диска Windows и выясним, как они могут облегчить обмен данными между Linux и Windows. Вы узнаете о том, как можно легко читать и копировать файлы с BTRFS диска Windows, а также какие программы обеспечивают максимальную совместимость с этой файловой системой. Важно понимать, что правильный выбор программы может упростить множество задач, связанных с обработкой данных и обеспечением их безопасности. BTRFS – это современная и развивающаяся файловая система, разработанная для операционной системы Linux. Она отличается от многих других файловых систем своими передовыми возможностями и инновационным подходом к хранению данных. Одной из ключевых особенностей BTRFS является использование древовидной структуры данных для организации информации на диске. BTRFS предоставляет множество преимуществ, таких как контроль целостности данных. BTRFS использует проверки целостности данных и копии для обеспечения безопасности информации, что делает ее надежной для хранения важных файлов. Пользователи могут создавать моментальные снимки файловой системы, что обеспечивает возможность восстановления данных к предыдущему состоянию. Клонирование и сжатие. BTRFS позволяет создавать клонированные копии файлов и поддерживать сжатие данных, что экономит место на диске. Поддержка RAID. BTRFS поддерживает RAID-массивы, что обеспечивает защиту данных и отказоустойчивость. Управление пространством. Файловая система автоматически управляет пространством, освобождая его от ненужных данных. Эта файловая система стала популярным выбором для хранения данных на серверах и десктопах под управлением Linux благодаря своим возможностям и надежности. Итак, переходим к программам, которые помогут прочесть диск с файловой системой BTRFS в операционной системе Windows. Первая программа – Hetman RAID Recovery. Hetman RAID Recovery – это мощное и многофункциональное программное обеспечение для восстановления данных и работы с различными файловыми системами, включая BTRFS, и позволяющее пользователям Windows легко и безопасно восстанавливать утерянные файлы, воссоздавать диски и разделы, а также выполнять другие операции с данными. Hetman RAID Recovery, несмотря на свою основную функцию восстановления данных, также обладает функциональностью чтения дисков с файловой системой BTRFS. Это означает, что вы можете использовать программу для доступа к данным на дисках отформатированных BTRFS и просмотра их содержимого. Подобная возможность делает Hetman Partition Recovery универсальным инструментом, который может быть полезен в различных ситуациях. Вы можете воспользоваться этой программой, чтобы просматривать содержимое BTRFS дисков. Вы можете открывать и просматривать файлы и папки на дисках с файловой системой BTRFS, что полезно, если вам просто нужно получить доступ к данным на таком диске. Копировать файлы. Hetman Partition Recovery позволяет копировать файлы с BTRFS дисков на другие носители данных, что удобно при необходимости резервного копирования информации. Предварительный просмотр файлов. Программа предоставляет возможность предварительного просмотра файлов, прежде чем вы их скопируете, что помогает выбирать только необходимые данные. Создание образов дисков. Вы можете создавать образы BTRFS дисков и сохранять их на вашем жестком диске для дополнительной безопасности и резервного копирования. Таким образом, Hetman Partition Recovery является полезным инструментом для работы с дисками, отформатированной файловой системой BTRFS, и обеспечивает доступ к данным на этих дисках. Hetman RAID Recovery является многофункциональным инструментом для восстановления данных с BTRFS диска Windows и обеспечивает безопасность ваших файлов информации. Благодаря ее возможностям вы можете легко и эффективно восстановить утерянные файлы и провести другие операции с данными на BTRFS дисках.
Следующая в списке программа Linux File System for Windows. Linux File System for Windows – это программное обеспечение, предназначенное для обеспечения поддержки файловой системы BotRFS в операционной системе Windows. Эта программа открывает доступ к файлам диска на уровне системы, по сути выступая драйвером, позволяя взаимодействовать с BotRFS дисками, читать и записывать данные, а также проводить ряд других операций. Вот некоторые ключевые характеристики и преимущества Linux File System for Windows. Полная поддержка файловой системы BotRFS. Программа обеспечивает полный доступ к данным на BotRFS дисках, что включает в себя чтение и запись файлов, а также создание новых файлов и папок. Linux File System for Windows интегрируется непосредственно в операционную систему Windows, что позволяет работать с дисками так же, как и с другими файловыми системами. Поддержка снимков. Пользователи могут создавать снимки файловой системы, что обеспечивает возможность восстановления данных к предыдущим версиям. Программа предоставляет интуитивно понятный пользовательский интерфейс, который делает работу с BotRFS дисками простой и удобной. Linux File System for Windows обеспечивает высокую совместимость с различными версиями Windows и отличную производительность при чтении и записи данных. Обеспечивает надежное чтение и запись данных на BotRFS дисках, сохраняя целостность информации. В итоге Paragon предоставляет собой надежное и удобное решение для пользователей Windows, которые работают с BotRFS дисками. Она позволяет максимально эффективно управлять данными и обеспечивает безопасность информации при взаимодействии с этой современной файловой системой. Следующая в списке программа WinBotRFS. WinBotRFS – это драйвер файловой системы для операционной системы Windows, предоставляющий возможность взаимодействия с BotRFS дисками, чтения и записи данных, а также выполнения ряда других операций. Скачать данный драйвер можно с GitHub. Для установки кликните правой кнопкой мыши по файлу .inf и выберите здесь «Установить». После установки нужно перезагрузить систему, после чего BotRFS диск появится в проводнике. Ключевые особенности WinBotRFS. Полная поддержка BotRFS обеспечивает полную поддержку файловой системы, включая чтение и запись файлов, а также возможность создания новых файлов и каталогов на диске BotRFS. Интеграция с Windows. Драйвер интегрируется в операционную систему Windows, обеспечивая возможность работать с дисками так же, как с другими файловыми системами, через проводник и другие стандартные инструменты Windows. Высокая совместимость и производительность. WinBotRFS совместим с различными версиями Windows и обеспечивает высокую производительность при чтении и записи данных. Безопасность данных. WinBotRFS обеспечивает безопасное взаимодействие с данными на дисках BotRFS, что важно для сохранения и целостности информации. Программа является проектом с открытым исходным кодом, что означает доступность и расширяемость кода для всех желающих. WinBotRFS предоставляет собой мощный драйвер для Windows с полной поддержкой файловой системы и рядом дополнительных функций. Также данный драйвер способен открыть и RAID массив. Утилита объединяет диски, из которых был построен BotRFS RAID, и отображает в проводнике, как обычный физический диск, на котором хранятся данные. Что касается Paragon, он не способен считать информацию с накопителей, на которых был построен RAID. В проводнике отображается диск, но взглянув на объем, видим, что это не наш RAID массив. Программа не поддерживает чтение с дисков BotRFS, из которых был построен RAID массив. А если вам нужно достать данные из разрушенного BotRFS RAID, воспользуйтесь программой Hetman RAID Recovery. Hetman RAID Recovery поддерживает все популярные уровни RAID и типы файловых систем. Программа отображает диски, из которых состоял RAID, как отдельные устройства. Но открыв любой из накопителей, вы увидите всю информацию, которая хранилась на дисковом массиве в полном объеме. Утилита может выступать в роли читалки BotRFS дисков,
Оно в автоматическом режиме соберет и разрушенный RAID даже при поломке одного из накопителей и поможет вернуть случайно удаленные файлы. Вам нужно только просканировать диск и сохранить нужные файлы на другом накопителе. Еще одним решением для чтения BatterFS с диска может быть загрузочная флешка с операционной системой Linux. Запуск живой Linux системы с USB флешки на вашем компьютере Windows может быть одним из самых простых способов доступа к BatterFS диску для чтения и записи, но в таком случае вы не сможете напрямую скопировать информацию на компьютер с Windows. Итак, мы разобрали несколько программ, которые помогут прочесть BatterFS диск в операционной системе Windows. Некоторые из них отличаются набором функций и универсальностью, а другие удобством использования. Выбор подходящего инструмента зависит только от вас. Обратите внимание, что работа с файловой системой BatterFS Windows может быть ограничена, и не все функции BatterFS могут быть полностью поддержаны в этих решениях. И помните, что работа с дисками и файлами, отформатированными в другой файловой системе, может быть опасной. Перед использованием сторонних программ или драйверов для чтения BatterFS диска Windows убедитесь в наличии резервной копии, так как неправильные действия или сбой системы, который может произвести сторонний драйвер, может повлечь за собой потерю важных данных. Важно также регулярно создавать резервные копии данных и быть осторожным при работе с дисками и файловыми системами. Также существует ряд других подобных программ. Видео выбраны, проверенные и самые популярные из них. А на этом все. Надеюсь, данное видео было полезно для вас. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои комментарии оставляйте под видео. Всем спасибо за просмотр. Пока.